друзья, всем привет! С вами я, Артём. Сегодняшнее наше такое видео кулинарное, я его называю. Показываем, чем мы кормим нашу креветку и как мы вносим разнообразие в кормовой базе. Креветка ест действительно очень много разного всего. Сегодня я покажу, как один из видов кормления, дешевая каша, крупа пшеничная. Потому посмотрим. Сейчас закипит вода, и буду вам сейчас все показывать. Ну вот, купили пшеничку. Беру для таких целей. Ну, я в маленьком объеме вам показываю. Конечно, лучше все это заготовить заранее. А лучше даже смешать с какими-то любыми другими кормами, чтобы креветка получала все больше и больше видов там разного корма. Она сама по себе очень дешевая. Протестировал. С удовольствием креветка ест его. Эко-питание. И пошло-поехало. Потому беру, засыпаю. Там, если у меня сегодня будет единоразовое кормление, то заливаю кипяточком. Мне надо, чтобы она стала мягенькая. Накрываю на 2-3 минуты. И сейчас покажу, как я буду бросать своим креветкам. Вот я нашу кашицу засыпал в сачок, промыл под проточной водичкой. И бросаем и крупной креветкой. Я уже заранее бросил, видите, что творится. И рыбки, конечно же, едят. Ну и самое главное, креветка. Для того, чтобы они все не сплывались в один квадратный метр, вся креветка крупная для питания, то лучше всего корм разбрасывать равномерно по всему периметру бассейна. Тогда наедятся все. Итого, сегодня я вам показал один из видов кормления. Как можно удешевить наш процесс, дать креветке качественную продукцию, качественный корм, экологически чистый. Креветка, он, малыши, особенно в голове видно, что поели мою кашу с удовольствием. Все недорого, практично, и вносим разнообразие в питание. Подписывайтесь на канал, смотрите другие мои видео, выращивайте креветку вместе с нами. У кого есть какие-то вопросы, обращайтесь. Выезжаем по всей Украине, работаем и даже с нашими заграничными подписчиками, которые, да, я лично сам приехать не могу, но удаленно ведем многие проекты. Спасибо, до скорых встреч!